Всем добрый вечер, дамы и господа. Мы на автобане, на пятерочке Графенхаузен. Вон тут Женя подъехал, да? На своем ведре. МАН. Швертранспорт, да? Это дальше чуть-чуть назад сдавайте. Ну вот так вот встречка, да? О, уже наклейки тут наклеил. Далбель транспорт и тудым-сюдым. Да. Доброе утро, дамы и господа. Я нахожусь в Франкфурт. Аэропорт. Вон самолеты стоят. Я здесь уже был в прошлом году. Вот это представьте. Все, все полностью строится новое. Это новый терминал, третий. Мы в прошлом году вон там были, между этим мостом, да, мы сюда привозили тоже. Но вот это все полностью, вот это все новое, вот это вот вокруг, вот эти все здания, все новое. Тут не описать, тут очень много, площадка очень здоровая, да. Я привез бочку сюда, 5 кубов. Сейчас развяжем, сейчас он поехал, приедет, скинем и на выезд поедем загружаться. Так, все, я разгрузился, будем выезжать. Вот это вот тоже спереди, Dacer, вот это все новое, да, построено. Парковка с правой стороны, вот это все новое, с левой стороны вот это все новое. Здесь мы привозили в прошлом году, блин, вот с головы вылетело, что мы привозили. По-моему, RAW-модули мы привозили. Надо видео посмотреть. А вот это с левой стороны вот это. Вот там мы стояли под крышей, под этим, между этими мостами. Вот сюда вечером приезжали, ночь здесь спали, утром потом разгружались. Тоже по этой улице, когда еще вот этого паркхауса не было, вот это с правой стороны. Вот здесь мы, по-моему, налево заворачивали. Можете представить, сколько здесь бабок, да, на этот проект уходит постройки третьего терминала. И еще они тут что-то хотят нам рассказать, да, что надо меньше загрязнять, это все шляпа. И обман людей, да? И видите, полностью продолжение моста к автобану сразу, да? Когда мы заезжали вот здесь, через правую сторону, где по идее выезжать, вот тогда мы вот здесь заезжали. Так, останавливаемся. У меня специальный такой листок. Его сканируешь и открывается шлагбаум. Так же заезжать, да? Thank you.
все. Вот я заехал оттуда прямо, да, с автобана. Ты уже можешь сидеть, а на автобан выезжать еще пока нельзя, еще закрыто, да? Это новый съезд с Пятерочки. Слева-справа еще тоже будет все застраиваться, да? Самолеты стоят с левой стороны. Так, что у нас, как здесь? Вот это вот вся дорога, это... Все новое, вот эти мосты, все новое. Еще вон даже знаков нет, да? А вон хвосты торчат от самолетов. Вот, вот они с левой стороны стоят. Вон они стоят. Да? Здесь у меня парковочка. Вон новый стоит. Оп. Ну а вот получается вот этот аэропорт вот с левой стороны. Это еще старый, да, здесь уже, не знаю, площадка какая, да, очень большая. Хотя каждый год они говорят, да, чтобы Франкфурт, аэропорт, чтобы не расширяли, да, там типа загрязнения, шум. Все только разговорчик. Закинем, поедем дальше. Стоит.